Во Дворце культуры «Спартак» состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню студентов, подготовленное отделом по делам молодежи и туризма. Поздравить учащихся среднеспециальных и высшего образовательного учреждения прибыли представители городской администрации. Передаю слова приветствия, благодарности и поздравления с днем, Международным днем студентов от главы города Хасаин Кутмазова Замигина Дагдабековича. Особо хочу отметить наш волонтерский корпус, который мы сегодня будем награждать, которым проводится огромная работа в городе, у нас в городе, в республике и в России, в частности, мы сегодня видели в ролике эти кадры. Еще раз всех поздравляю с этим праздником. Удачи вам, творческого успеха в ваших делах, в учебе. Всем в вашем лице, вашим родным, близким. В своем выступлении начальник отдела по делам молодежи и туризма Айшат Атаева напомнила, что 2018 год был объявлен годом волонтера и в связи с этим выразила благодарность всем волонтерам за поддержку в проведении в течение года огромного количества мероприятий, посвященных самым различным памятным датам и праздникам. По завершению официальной части Бадыру Ахмедову было предоставлено почетное право вручения грамот и памятных подарков отличившимся студентам-волонтерам. Кстати, на этой неделе волонтерский отряд Аграрно-экономического колледжа посетил реабилитационный центр с подарками, с небольшой концертной программой. Спасибо вам большое. Можете спускаться. Еще, прошу прощения, награждается Нурмагомедов Рабадан Османович в номинации «Лучший волонтер 2018 года». В программу мероприятий вошли песни, танцы, юмористические миниатюры, подготовленные творческими коллективами среднеспециальных и высшего учебного заведения города, а также артистов Дворца культуры «Спартак». Зарема Хайбулаева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».